Мотивировать работников – одна из главных задач Мурманского областного совета профсоюзов. В этот раз предложили страхование сотрудников организации и их семей на льготной основе. Стоимость будет снижена практически в 7 раз. Предлагаем вам использовать страхование от несчастных случаев. Страхование от несчастных случаев – это финансовая компенсация ущерба, причиненного застрахованному лицу в результате несчастного случая. И зависит она от степени потери трудоспособности. Уровень безработицы упал по всей стране. В Мурманской области он составляет 88%. Региональный рынок труда практически ломится от вакансий, а почти 3000 нетрудоустроенных северян неохотно обращают на них внимание. Вакансии почти 21 тысяча. Ну и возникает вопрос, либо низкооплачиваемые предлагаются вакансии, есть вакансии, которые предлагаются с плохими условиями труда, так люди и говорят, ну а есть вакансии, на которые необходимо народ переучивать. Ну вот хотелось бы послушать тоже администрацию области, значит, что делается для того, чтобы изменить ситуацию к лучшему. В конце заседания участники подвели итоги первомайских мероприятий. Каждый год формат проведения праздников меняется. Чтобы идти в ногу со временем, обсуждают ошибки и отклики северян на проводимых акциях и флешмобах. Мария Гусакова, Андрей Бричко, ТВ 21+.